Одиссея Владимира Ульянова или о пользе путешествий. Симбирская классическая гимназия приглашает жителей и гостей города на новую выставку. Для выпускника этого учебного заведения Владимира Ульянова тема школьного сочинения о пользе путешествий стала пророческой, хоть и не заслужила высокой оценки. Идея выставки – показать две Одиссеи – Одиссею гомеровского героя и золотого медалиста Симбирской классической гимназии. Если мифологический герой Гомера добирался от Трои до родной и Итаки ровно 10 лет, то Владимир Ильич провел за границей в эмиграции больше 15. Он посетил огромное количество государств, городов. Итогом путешествия послужило создание большого количества научных трудов, создание партии нового типа, организация революции 1917 года и деятельность Владимира Ильича Ленина в конечном итоге на посту руководителя советского государства. Документы, фотографии, труды вождя и инсталляции можно увидеть в музейной экспозиции по адресу улица Спасская, дом 18.